Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем проверять возможность фарма Мэри без проблем на моем основном аккаунте с максимальной силой против обычных героев, в кавычках, конечно же. Так, ну кого я возьму? Я возьму однозначно Зефира, однозначно Ворожея и, скорее всего, не Мэри, а Божество, так как она наносит много дамага, плюс еще и хилит себя неплохо. Она будет получше стоять против некоторых героев. То есть я возьму только три героя с собой. Попробуем, потестируем. Вот такое вот у нас будет божество. Поставлю истинную веру. Так, и сюда поставим такого суперпэта. Второй у нас будет Зефир. Вот такая вот сборка. На стойкость, на жизнь, на максималку. А он у нас будет с бычком. Покажу, сделаю вам обзорчик этого Зефира, тоже очень интересный. И третья у нас будет Ворожей. Вот такая вот сборка с волчонком. И все. То есть пробуем такой вариант. Три героя, максимум потолок. Раз. Я не буду больше никого брать, потому что это, как оказалось, ну, как показала нам практика на тестовом аке, возможно, надо 10 поставить, не знаю. Ну, вот три героя у нас есть. Поехали. Раз, два, три. Ну, вот это пойдет. Верхняя пачка пойдет. Поехали, посмотрим. Не знаю, как оно будет, конечно, на практике. В принципе, мы должны держаться неплохо. Плюс дамаг у нас должен быть тоже классный. Блокировочки работать. По идее, должны по чуть-чуть хоть кого-то выносить. Такой сборки. Так, у нас там оккультист очень хорошо сопротивляется. В принципе, это недолго. Ну, хотя, смотрю, блин, держится. Придется, наверное, еще менять некоторые герои. Ну, будем пробовать сейчас. Еще хочу на тестовом. Вот, отлично, одного слили. А, там он с оживами. Супер. Кстати, Зефир у меня, я смотрю, не пробивает. У него крита дофига, но отхиливаются. Ворожея. Надо будет немножко переставить сейчас героев, чтобы они били одного какого-то вражеского героя. Блокировка работает, как видите, но не всегда спасает. Да, надо было сюда брать нам, наверное, Фрейю. С Фрейей было бы поинтереснее. Фрейя бы хотя бы пробивала их нормально. Что я и не подумал. Решил все-таки взять ее, так как она будет пробивать у меня героев, у которых, ну, смотрите, снесли только Атланта, Космо и, ладно, остались трое, Барт, Ворожей. Так, пробуем такой вариант. Немножко перестановку сделаем, так, чтобы мы напали. А, у нас оккультист получается сзади. Это печально. Так, чтобы напасть на одного героя. Все атаковали одного героя. Будем сейчас пробовать мучиться. Не все так просто, как видите. Вот вам сборка. Меньше взяли героев, не можем теперь слить. Да, оккультист, конечно, это жесть. Придется, чувствую, сейчас сделать героев на атаку с них. Вот сейчас бы Мэри, наверное, разобрал. Не Мэри, говорю, а этот Фрейя на изи разобрала. Ну, вроде оккультиста по чуть-чуть добиваем. И тут сразу же хил на максималку.
Сейчас мы сделаем немножко по-другому, наверное. Поставим сюда либо ледяного дракончика, либо крока. Наверное, скорее всего, крока поставим. Он будет... А, отлично, одного слили. И он опять резнулся. Отлично называется. Да, все-таки надо что-то менять. А, ворожая слили. Ну, видите. Таким образом, прохождение с 30 минут у нас превратится в прохождение полтора часа. Но если оно даст толк, то это, конечно, будет хорошо. Теперь получше. Сейчас они будут одного дамажить. Конечно, плохо то, что оккультист сзади. Было бы неплохо, чтобы он был отлично. Вот теперь вот получше. Надо все-таки божество будет собрать на атаку, наверное. Так, ну такие пачки, в принципе, не страшны. Относительно, наверное. Отлично. Ну, блин, не знаю, знаете, такое чувство, вот нету сейчас в каждой пачке зефира, нету в каждой пачке там огника, если так посмотреть первый этаж, относительно, в принципе, неплохо. Единственное, что надо думать, как справляться с ворожаями, надо все-таки брать Фрейю сюда еще, надо, чтобы кто-то очень хорошо дамажил, потому что дамага нам не хватает, просто тупо. Мы не можем справиться с отхилами, которые там есть у героя. По 4 ляма хилят. Это нереально. Ну, а культиста быстро сливать, это однозначно надо Фрея. С хорошим дамагом. Так, отлично. Ну, в принципе, держимся. Давайте тащите. Ну, теперь та же самая ситуация. Ворожей. Плюс оккультист, это беда, конечно. Попробуй их слей. Это только первый этаж. Вроде и кажется, что мы все делаем, чтобы их сливать. Еще есть вариант, конечно, поставить на этого, на зефира эмблемку против. Что там у нас? Роза, зеленые. Против зеленых, я имею в виду смотра. Я уже это делал, показывал. Либо стан, либо смотра. Так, где там она у нас? Вот, против зеленого красную ставим. Попробуем такой вариант. Борца поставить. По идее, он должен сейчас их нормально пробивать. Вот смотрите, сразу же начал бить. Правда, бьет. Так, розу начал бить. Только хватит ли нам этого дамага? Вот это вопрос весь. Они весь дамаг превращают в отхил. Тоже не варик. Да, надо будет все-таки брать сюда Фрейю в следующий раз. Для фарма. Не хватает, просто тупо не хватает дамага. Сейчас, наверное, попробуем с вами. Не, кого-то все-таки ушатали. Розу ушатали, красавчики. Розу смели, только я не... А, не, роза есть живая, думаю, кого ушатали. Или это у нас кого-то ушатали.
не вижу божество. Выходи. Походу у нас божество проседает, причем хотя в принципе как она может просесть, может где-то отражалка есть, у нее дамага конечно дофига. Да, ребята, вот так вот. Не все так просто, как казалось бы. То есть на аккаунтах с большой силой, опять же, надо думать опять, какие героев с собой брать. То есть не все так просто, как кажется. Так, давайте. Там на мелкой силе, конечно, было все поинтереснее. Давайте вместо истинной веры поставим подашку. А тут я поставлю вот так вот, чтобы урезать им отхил как вариант. Вот видите, толку от борца особо нет, кстати. Да, он дамажит, но оккультист просто превращает весь урон в отхил. И что хочешь, то и делай. Как бы ты ни старался, вот божество вылетело. Вроде мы ей уже и добавили дамага. Защиту от отражалки все равно не вариант. Просто тупо не вариант. Насколько эта связка ворожей плюс оккультист топовая? Ой, ничего себе. Мы ушатали ворожея. Ну все, это победа, ребята. 10 минут, сколько мы уже? Минут, да, 10 минут мы уже бегаем по первому этажу. Это жесть. Ну хотя бы шанс есть. Вот смотрите, как дамаг пошел. Отлично. Сейчас мы их всех загрим опять на одного героя, на розу. А, не, на оккультиста, отлично. Они загрятся на оккультиста, будут его дамажить. В принципе, я думаю, роза нам все равно дебафа такие не навешает. Нам самое главное слить оккультиста. Отлично. Оккультист сейчас, кстати, нормально расходуется. Ну, надо ждать, чтобы смотр ударил нормально. Опять же, смотра надо подбирать. То есть, есть, конечно, свои нюансы. Но реально надо думать, что делать с оккультистами. Потому что это самая большая проблема. Ну и плюс бард еще тоже. Но проседает, в принципе, неплохо проседает. Но видите, зеленый смотр дает отхил. Уже блокируем его, все равно нифига не спасает. И вроде дамага уже дофига. Вот почти рядом. Надо опять перебирать что-то с эмблем. Давайте попробуем еще сейчас поставить. Я просто не могу их убить. Поставить на всех, на троих героев, как вариант борца. И на ворожая тоже поставим борца. Попробуем еще заморозить такой вариант.
Ух ты. Да у нас ворожей отлетел сразу, что ли? Охренеть. Посмотрите, ворожей просто улетел. Что-то я вообще не понял этого прикола. Как? Чудеса, короче. Вот реально чудеса творятся. Герой с уклонениями максимальными. То есть и улетает просто так. И вроде и дав стоит на нем. Дракошкой просто отлетел. Вот опять. Опять просто тупо смотрю, его ушатал. То есть они ударили, смотр как-то добивает, я не знаю. Роза там, в принципе, так быстро его убить не может. Реально какой-то бредняк. Это мы просто поменяли питомца ему. Ну, поставили еще эмблему. Это жесть. Или эмблема настолько бьет, что он об отражалку ударил, убился. Ну, я что-то не могу понять. Нереально, что-то жестко. Хотя там смотра нет, в принципе. А, хотя нет, роза зеленая, этот зеленый, там зеленый смотр. Давайте попробуем вариант. Понабирал кучу разных эмблем. Вариант со станом не прокатит, а вот вариант попробовать с коркой. Я не знаю, или оно опять же зайдет, или его сейчас не ушатают. Для забора энергии. Так, смотрим. Вот так вот получше будет. Хотя там быстрый набор, это корка до одного места, честно скажу. У нас зефир, наверное, больше заряжает. Но, в принципе, у нас сейчас бьет два героя нормально. Но, блин, что-то разделились они, видите, не в одного бьют, а бьют сразу двоих. О, блокировочка прошла. Я уже не знаю, что делать. Реально, без Фреи тут полная жесть. Мы вроде и добиваем почти, и все равно. Дамажит то одного, то второго. Вот видите, бьет одного и второго отдельно. Не бьет одного. Но нам надо слить оккультиста. Дамаг, конечно, классный проходит, пролетает. Вот почти. Ну... Он все равно отхиливается. Немножко не хватает дамага. Но с Фрей, я думаю, таких бы проблем не было. Она бы тут просто пробила пару. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, чуть-чуть, смотрите, вообще. Это сколько надо заходов сделать, чтобы просто ушатать этого долбанного? Это просто жесть какая-то. Так, хорошо. В принципе, нам тут этот... Рог до одного места, если так разобраться. Попробуем вариант с дамагом еще большим, не знаю. Попробуем панчбокса поставить. Дополнительно будет наносить хоть какой-то дамаг еще. Блин, это мы только 20 минут проходим, только начало. Я в шоке. Двадцать минут начала локации. Ну, вроде сейчас дело пошло получше. Правда, он же ждает рандомно. Там 27-й дрога. Вот оно что. Ну, есть. Наконец-таки, ребята.
Наконец-таки. А вот здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Блять. Это жесть. С новыми суперпэтами. Чувствую, сейчас нас тут просто развалят. Хотя нет, держимся, смотрите. Вот где божество божит. Красавчики. Вот тут вот реально она ушатала просто. Так, ну нам некого резать. Идем дальше смотреть пачки. Мне интересно больше пачки посмотреть. Конечно, это я зря напал так. Все. Нас просто поимели сейчас. Чем конкретно? Не знаю. Я, честно скажу, не вижу особо у себя. Возможно, надо выставить 10 героев. Возможно, это. То есть, надо выставить все 10 мелких. Тогда, возможно, будет полегче. Это мы сделаем на втором тестовом аккаунте. Попробую такой вариант. Но на основе, как видите, здесь просто жесть творится. Ну давай, тащи теперь. Должен, по идее, затащить ее. Но посмотрите, сколько у нее жизни. Сколько мы ее дамажим. Мы только наполовину пробили ее. Капец, короче. Она там еще что-то хилит. Не знаю, откуда там подхил прилетает. Смотр типа зеленый. Но она не настолько страшна, скажем так. Мы ее за пару раз вынесем одним зефиром. Но все равно, блин, столько мучений. Это просто писец. Но интересно все-таки, сможем ли мы пройти тем составом. Полчаса первый этаж. Полчаса, я в шоке. Мобильная игра. Да, там какой-то подхил идет, типа я не могу понять, какого фига. Наконец-то. Так, смотрим. Мэри Барт. Ну, эти попроще вроде. Не знаю, или они нас сейчас могут поиметь. Я, в принципе, у нас только... Вот чем классна эмблема борца, вот она пробивает дополнительный дамаг. Конечно, жесткие. Они, наверное, его ушатают. Он вряд ли кого-то ушатает сейчас. Без варианта вообще. Звери просто. Ну, неплохой вариант. А Феникс должен отлететь просто. Отлично. Одна пачка лучше другой. Нифига себе. Жесткий какой-то некрос там. Смотрите, как живет. Дольше всех. Там еще Фрея есть. Ну, Фрея и остальные с ограничением против божества уже не катят. Блять, опять. Смотрите на эти пачки. Ронин, Барт,
Блин, попробовать против Барда, ну, стрёмно. Лучше уже этих зеленых пошатать. Барда, я не знаю, что-то я стремаюсь на Барда нападать. С этими у нас будет попроще. Вообще просто налегке разобрали. Вот так вот, такими вот успехами, ребята, мы дошли до окончания первого этажа. Три героя. Конечно, это я не знаю, это, наверное, больше мучения. Больше мучения, но, возможно, и легче. Посмотрим, буду дальше тестировать. Ждите следующий видосик. Чё, божество наше уже пропало, что ли? Это называется, ребята, прошли. Жесть. Ну, сейчас, в принципе, рестим. Два реса мы использовали. Все-таки ресы все равно приходится использовать. Ну, надо Фрею ставить. Однозначно Фрея надо. Хотя и надо кого-то против Фреи. Вот эту Фрею мы без божества либо Мэри не убьем. То есть у нас очень мало дамага. Ставить землеройку. Как вариант, можно и землеройкой пробовать. Но мне кажется, это все равно не спасет. В общем, такие вот дела. Ждите прохождения следующего левела, второго. Ставьте лайки, пишите комменты. Но, видите, не все так просто на большой силы. Все-таки есть привязка. Я еще сделаю видосик на тестовом аккаунте с гарнизоном специально. С мелким я вам показал на сардельке. Можете поискать, как быстро получить Мэри. Там, в принципе, есть все полностью. Я еще хочу потестировать на силе там 500к. Как оно будет, потому что, ну, разные варианты, как видите, есть. Но мы прошли в три героя здесь, на максималке. Будем пробовать дальше сейчас на тестовом аккаунте. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.